Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень хорошие новости на нашем канале, друзья. И у меня прекраснейшее настроение, потому что после сегодняшнего видео, когда мы с вами пересаживали вот эту вот красотку, коровку, вот в этот грунт, кто не смотрел сегодняшнее видео, обязательно пройдите, посмотрите. Я ссылку в верхнем правом углу оставлю. Очень интересная здесь новая посадочка в пеностекло, кокосовые чипсы и с маховым фитилем. Обязательно оставляйте вопросы под этим видео, не под этим, а под тем видео, где мы пересаживаем вот эту вот красотку. Все вопросы связанные, ну, неважно, с этой орхидеей, не с этой, я читаю комментарии и выписываю эти вопросы для себя, для того, чтобы, как уже и сказал, при пересадке вот этой вот орхидеи и вот этой вот орхидеи черной, в процессе пересадки я отвечу на все вопросы, и одна из этих двух орхидей, а, наверное, вот эта вот, станет одной из тех орхидей, которые мы разыграем на нашем канале, на канале Георгий Горячевский про орхидеи. Но важная новость не про эту орхидею и не про именно розыгрыш на нашем канале, а про то, что буквально пару-тройку дней назад у нас в группе Архамания ВКонтакте началась целая акция, и появились первые доны, да, доны, что-то такое, знаете, как Дон Кихот, Дон Архаман, такое вот. А кто такие доны? Доны — это от слова донат, да, делать донат, ну, какое-то спонсорство финансовое, да? Донаты делать, что-то такое. Вот. Так ВКонтакте называется подписчик группы, который подписался платно на группу. Но чтобы это было как-то оправдано, ну, не просто так, да, взял там, доном стал, а у нас такая акция началась в группе, мы начали разыгрывать, ну, точнее, начнем с апреля месяца. У нас приближается уже тепло. Я по градуснику посмотрел по погоде, что буквально через неделю у нас устанавливается теплая погода, и мы можем начать разыгрывать орхидеи. Я расскажу, что в прошлом году мы на канале, у нас разыграли 60 орхидей. Ну, на самом деле больше, потому что 60 — это по списку, но где-то я победителем подкладывал 2-3 орхидеи, и не нумеровал их. Ну, в общем, много разыграли. И в этом году мы продолжим. Но, знаете, в прошлом году было так несколько нелепых ситуаций и неприятных для меня, в том плане, что у нас разыгрывались орхидеи. И были такие, знаете, моменты, что кто-то говорил, что: «Ой, мне не нравится эта орхидея, я хочу вот такую выиграть, а я хочу вот такую выиграть». Были моменты такие, что выигранные орхидеи были не востребованы. Несколько орхидей выигрывали участники, зрители, которые хотели поучаствовать, но потом не возвращались за ними. То есть было и такое, было очень неприятно. И были такие моменты, когда орхидеи отправлялись за мой счет. Я же все за свой счет. То есть и орхидеи за мой счет, и упаковка за мой счет, и отправка по почте за мой счет. Ну, и были такие моменты, когда орхидея отправлялась, я тратил средства, а орхидеи просто за орхидеей не приходили на почту. Вот такая вот грустные были такие истории. И вот в этом году, друзья, ну, ввиду сложившейся еще и ситуации, ввиду повышения цен не только на орхидеи, но и на упаковочные материалы, и повышение цен на транспортные и почтовые расходы, я решил организовать в нашей группе Архамани платную подписку. Это есть такая услуга ВКонтакте для участников группы.
Ну, потому что мы разыгрываем орхидеи для жителей России, а потому что орхидеи через границу, ну, невозможно отправить, она просто не дойдет ни в какую страну, только на территории России. Соответственно, и розыгрыши у нас только для участников, для российских участников. Но, к сожалению, такая действительность. А ВКонтакте у нас это группа, как бы, ну, для большинства, там, по-моему, 70% это жители России. И, соответственно, и участвовать в розыгрышах могут жители России. И вот, чтобы таких ситуаций не возникало, что орхидеи... Я потратил средства, потратил силы, какую-то энергию потратил. И, знаете, орхидея остается невостребованной, очень-очень неприятная такая ситуация. Поэтому вот воспользовался этой функцией, которая встроена в ВКонтакте. Ну, такая функция донов, которые могут подписываться на сумму. Ну, это уже автор группы устанавливает. От 50 рублей максимум до 2000 рублей. Я установил минимальную самую планку, что доном в группе можно стать за 50 рублей. Ежемесячная подписка по 50 рублей в месяц. Что дон вот такой получает? А получает то, что среди этих донов ежемесячно будут разыгрываться орхидеи, и те собранные деньги будут тратиться на почтовые расходы, на упаковку орхидей и в том числе даже и на покупку, да, каких-то, может быть, будем покупать интересные экземпляры и среди донов будем разыгрывать эти орхидеи. Но вот на сегодня я уже опубликовал видео, которое доступно донам, а их сегодня уже 61 человек в нашей группе по 50 рублей в месяц, да, подписчиков. Я показал, что первая апрельская орхидея будет разыгрываться, уже видео выложил, орхидея Тайсука Кобальт под номером 65, которую еще в прошлом году мы с вами определили, что она будет разыграна на нашем канале, но вот я ее решил, именно эту орхидею первую в апрельском розыгрыше среди донов разыграть. Что еще я как бы сегодня придумал? То, что ну, одной орхидеи, допустим, донов может быть и мало, да, 10-20, я думал, ну вот так будет, но количество донов увеличивается. Вот на данный момент сейчас там я снимаю видео 61 дон. Ну вот там до 100 человек будем одну орхидею разыгрывать. Если будет больше 100 человек, будем две. И вот на каждые 100 донов я буду прибавлять по одной орхидее. Ну, чтобы было, как знаете, больше шансов у большего количества участников донов. Было больше шансов выигрывать. И вот ежемесячно на каждые 100 человек по одной орхидее будем разыгрывать. Будет 200 донов, будем 2 орхидеи ежемесячно разыгрывать. Но это не считая других плюшечек и конфеточек в виде каких-то там акций, прямых эфиров для донов, какого-то дополнительного материала. Но я еще придумаю что-то такого, знаете, вкусного, интересного. Я считаю, что человек, который готов там, я не знаю, хоть какую-то одну копейку потратить, ну, уже, ну, как, знаете, становится наиболее причастным. Потому что это вот, знаете, я честно скажу, это по большей степени исключить проходимцев. Потому что в прошлом году на самом деле очень много было, знаете, людей, которые, ну, вот, знаете, только мимо проходил и вдруг раз попал на прямой эфир, попал на розыгрыш, написал комментарий, раз и выиграл, да, и потом пропал. Его больше никто нигде никогда и не видел, ни в комментариях, ничего не здесь, нигде. А здесь вот я считаю, что человек, который там потратил 3 копейки, грубо говоря, я не знаю, как-то подтверждает, что ли, свои намерения, что вот он действительно настроен, что он здесь, что он серьезно к этому подходит. Ну и мне будет в какой-то степени это приятно. Но, друзья, еще раз, розыгрыши в группе ВКонтакте не говорят о том, что не будет розыгрышей на канале. Они будут, я уже писал в комментариях. Но, конечно, самые вкусные, самые интересные орхидеи будут у нас разыгрываться ежемесячно
в группе ВКонтакте среди донов. Как, значит, еще информация для донов. Вот в группе, в строке есть, значит, в ленте есть такая функция, где нажимаешь, ну, я потом еще отдельно покажу видео, буду снимать. В прямом эфире буду снимать и покажу вам. Нажимаешь, где материал отфильтровать, записи от сообщества есть, потом просто все записи. И есть такая ссылочка, где нажимаешь «Для донов». Информация. На нее нажимаешь, и материал выходит именно для донов. То есть это видят только доны. То есть этот материал могут посмотреть только доны. Вот сейчас там видео про вот эту вот орхидею Тайсука Кобальт, которая пахнет прям вот. Я назвал этот запах винный пион. Запах винного пиона. Вот такая вот красоточка. И, значит, такой анонс, значит, как будет у нас среди донов будет, если больше 100, то я вот добавляю вот эту отцветашку, заканчивает орхидеечка, заканчивает свое цветение Violet Queen, орхидея, которую мы, я не помню, уже года 3 назад пересаживали в керамзит и пеностекло, мы ее на днях распотрошим отсюда. Значит, если у нас до розыгрыша вот этой Тайсука Кобальт будет свыше 100 донов, свыше 100 участников, то мы разыграем две орхидеи. Вот эту вот будет вторая. Если будет свыше 300, то я сейчас покажу третью орхидею, которую мы разыграем. Так, это у нас 68-я. Это у нас 68-я. 68-я орхидея. Из моей коллекции, да, Violet Queen. Мы ее пересадим, все, новый домик ей сделаем. И к розыгрышу она добавится. Если меньше 100 человек у нас наберется, то мы Тайсука Кобальт разыграем в апреле, а Violet Queen разыграем в мае уже среди платных подписчиков. Я думаю, что интересная, вкусная орхидея. Но если у нас наберется свыше 200 участников донов, то добавляется третья орхидея. Если не наберется, то она в май пойдет. В май или в июнь в розыгрыш среди донов. Это, друзья, чемпион. Орхидея-чемпион, но не просто чемпион, а чемпион Дхарма. Да, это полное название этой орхидеи. Чемпион Дхарма. Одна из двух орхидей, которую купил на новогодние праздники. Мы ее вместе с вами потрошили, точнее делали распаковку. Потрошили ее и пересаживали. Ну, я подумал, думаю, зачем мне две? Одну я отдам людям. Ну, вот это будет 69-я орхидея. Еще раз, чемпион Дхарма. Я вставлю, покажу, как она именно. Дхарма у нас, это чемпион, цветет. Посмотрите, это биглип, обалденный биглип. Просто роскошный биглипчик. Одна из новинок. Мы ее вот так вот пересаживали. Она у нас на фитиле, кстати, пить хочет, попоим ее, попоим. Это у нас уже 69-я орхидея. Я сейчас, друзья, у меня помечено. Это я сейчас показываю орхидеи, которые будут разыгрываться исключительно для орхидейных донов. Да, для орхидейных донов в группе Орхомания. Тайсука Кобальт. Violet Queen мини и чемпион Дхарма. То есть вот три орхидеи, ну, чтобы вам было понятно, да, какие орхидеи нас ждут, но дальше еще будет интересно, у меня уже как бы наметки есть определенные, вот, какие орхидеечки отдать для донов. Ну, мне не знаю, мне звучат, кстати, очень мне нравится дон, Дон Периньон. Вот. Это звучит на самом деле. Если отмести какие-то, знаете, ассоциативные, нехорошие ассоциации, да, я уже там в комментариях писал, вот, а подходить к этому термину более, так, знаете, ну, скажем так, более нормально, вот так. В общем, кто еще не подписался, просто в группу Орхомания, ссылка
в описании под этим видео. И те, кто хочет стать доном, друзья, стать подписчиком, ежемесячным подписчиком группы Архамания ВКонтакте, заходите в группу, там информация вся представлена. Кстати, те, кто переживал, дойдут ли средства, деньги от тех, кто 50 рублей платил, кто за 2, за 3 месяца, кто на год вперед сразу заплатил. Значит, еще раз скажу, что мы начнем с апреля, розыгрыш апрель, май, июнь, июль, август. Вот, ну, сентябрь, у нас в Волгограде сентябрь еще тепло, да, вот 6 месяцев, друзья, 6 месяцев розыгрыша для донов. Но это еще не все. В другие месяца, в осенние, зимние, мы будем разыгрывать другие интересности и полезности. Светильники, какие-то грунты. У меня грунтов скопилось. Очень много всего будем разыгрывать. Сейчас в летний период, в теплый, это будем орхидеи разыгрывать для донов группы Архамания ВКонтакте. А в холодное время это все то, что хотели в прошлом году, но руки так не дошли. Это и таймеры электронные, и светильники накопились, и грунты, и горшки, и все-все-все. В общем, более или менее интересное и полезное для увлечения орхидеями. Вот так вот. Ну, а для канала, для оставшихся зрителей, которые не хотят тратить 50 рублей в месяц, вот, мы продолжим другие орхидеечки разыгрывать, одни из которых мы уже озвучили в предыдущих видео. Ну, розыгрыши будем все делать, друзья, в прямом эфире, сразу, наверное, и для канала, и для донов. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. В любом случае, доны узнают, будут оповещены о проведении розыгрыша. Вот так вот. В общем, друзья, вот такая вот информация на сегодня. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. Не знаю, я сказал, что я купил, поехал сегодня после пересадки кокосовые чипсы. Вот, еще несколько брикетов. У нас их в магазине, кстати, прям вот немало. Я что-то подумал, думаю, надо завтра буду еще ехать, еще куплю. И несколько упаковок пойдут в розыгрыш для донов группы Архамания ВКонтакте. Да, чипсы обалденные, прям вот просто обалденные. Вот знаете, была бы возможность, я бы прям вот все, что есть в Леруа Мерлене, все бы эти чипсы купил. Они просто кайфовые, просто кайфовые. В общем, друзья, всем до встречи в следующем видео. Слушайте, ну, обалденное сочетание вот этих цветов при дневном освещении, при лампе дневного освещения. Просто космос, да? Смотрите, какая нежнятина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А на заднем плане вообще класс. Все, друзья, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео.